вот это, ну как, музицирование. Значит, все это посвящено Гвидо Аретинскому. Это бенедиктинский монах XI века. Это совершенно грандиозная и фантастическая фигура, равному которой в истории музыки просто нет. То есть, если бы не Гвидо Аретинский, не было бы ни Моцарта, ни Бетховена, ни Филиппа Гласса, ни Штокхаузена, ни Монтеверди, вообще никого, не было бы вообще композиторов как таковых. И почему так получилось? А получилось так потому, что Гвидо Аретинский сподобился сделать два, значит, изобретения, ввести две совершенно фантастические инновации, которые действуют и по сей день. С одной стороны, он изобрел, можно сказать, линейную нотацию, которая с небольшими, непринципиальными изменениями используется и в наши дни. Вот, и если у кого-то есть на руках программки, там даже есть образец вот этой нотации гвидоновской. И второе, что он сделал, это он опять-таки изобрел или открыл принцип сольмизации системы гексахордов. Сейчас мы в нее не будем, конечно, погружаться, но что самое очень важное, практически те названия нот, которые мы сейчас пользуемся, до, ре, ми, фа, соль, ля, а только с той разницей, что там не до, а от, это практически, опять-таки, изобретение Гвидо Аретинского. То есть, если вот сейчас взять композиторов и сравнить с человеком, вот говорят, что человек состоит там из 70 или 80% воды. Так вот, каждый из композиторов всех эпох народов, он на 80 или 90% состоит из Гвидо Аретинского. Вот этой субстанции, которую он преподал нам. Значит, что тут надо еще сказать, что Гвидо Аретинский хотел усовершенствовать вот эту сакральную систему григорианского пения. Он хотел ее рационализовать и инноватизировать. И он действительно это сделал, но, как сказать, последствия получились несколько неожиданные. Вот эта рационализация, она практически взорвала, разрушила эту систему и привела к немыслимому расцвету музыкального искусства западноевропейского композиторства. Собственно говоря, этому и посвящена опера, как из этого ростка, который, значит, Гвидо Аретинский думал на пользу церкви посвятить, получилось нечто, в общем, не скажу противоположное, но что-то совершенно параллельное. И вот все эти красоты оперы от Моцарта до Вагнера и даже вот до позднего Штрауса, может быть, это все опять-таки Гвидо Аретинский. А теперь, значит, как, собственно говоря, эта опера устроена. Значит, здесь, во-первых, это опера на латинском языке. Это тоже принципиально сделано, потому что на каком бы языке опера ни шла, все равно слушатель не слышит то, что поют исполнители. Это такой факт уже совершенно доказанный, поэтому все равно на каком языке петь. И тогда уже заведомо на таком языке, чтобы вообще даже не было понятно тех, кто захотят понять. Но все-таки кое-что надо объяснить. Значит, здесь использованы несколько текстов и уровней текстов. Кроме текста Гвидо Аретинского, о котором я скажу несколько позже, здесь использован текст Бонавентуры. Это богослов и святой XIII века, современник Фомы Аквинского, преподаватель тоже Парижского университета, мистик такой глубокий. И вот у него есть такой трактат «Путеводитель души к Богу», о восхождении души к Богу. И вот в этом трактате, значит, Бонавентура излагает этот путь души к Богу, и он состоит из шести ступеней, шесть ступеней восхождения к Богу. И вот тут получается интересная перекличка, потому что у Гвидо гексахорд это тоже шесть музыкальных ступеней. И получается так, что шесть музыкальных ступеней можно трактовать как шесть ступеней восхождения к лицезрению вот этой нетварного Бога, нетварного света фаворского. Вот. И поэтому, значит, это как бы опера, но это, в общем-то, конечно, антиопера, потому что это скорее ритуал, упражнение. Это не опера, а упражнение. То есть на каждой из этих ступеней происходит некое вот это осознание завоевания этой ступени. И, значит, здесь появляется другой слой текстов. Это текст самого Гвидо Аретинского, который пишет монаху Михаилу о том, как его очень радушно приветил папа римский и изучил его антифонарий.
Ну, практически он такой, это, хвалится этим своим посещением папы, и он осознает как бы свое вот, значение непреходящее. И это повторяется 6 раз. То есть на каждой новой ступени это, значит, повторяется снова и снова. Значит, и на каждой новой ступени Гвидо пропевает свою арию. Таким образом, 6 арий. Значит, кроме того, здесь есть еще два женских персонажа. Это, значит, их текст заимствован из трактата об органах. И, значит, эти два персонажа женских представляют себя два голоса органа. И вот в этом трактате они ведут себя как люди, потому что они ходят друг к другу с комбинациями, и в конце концов обнимаются и целуются в каданце. И, собственно говоря, вот об этом эти два женских персонажа и поют. И опять-таки это повторяется в разных вариантах 6 раз в 6 вариантах. Так что это такой ритуал обучения, ритуал познания, ритуал восхождения к Богу, но параллельно происходит что? Параллельно происходит разрушение вот этого григорианского гимна, и григорианского хорала, и того григорианского гимна, который лежит в основе сольмизационной системы Гвидо. Получается так, что красоты нарастают, а вот эта самая дисциплина григорианская все время ослабевает. И мы видим, что от нее отскакивались все время осколочки, сначала отдельные слова, потом даже отдельные слоги. И в конце концов это все превращается в такое, как сказать, роковый апофеоз, когда уже, так сказать, вот конец времени композиторов. И вот тут, как сказать, змея кусает свой собственный хвост, тут мы возвращаемся к своим истокам. То есть тут вот этот, когда кажется, уже все разрушено и никаких надежд нет, этот гимн Святому Иоанну Григорианский начинает звучать снова, но звучать как такая хрустальная мечта, как воспоминание детства. И вот, ну, каждый из этого уже будет делать там свои какие-то, наверное, выводы из этого обучения, но всегда остается 7-я ступень, вот эта 7-я таинственная ступень, когда Бог почил. Вот. И вот после этих 6 ступеней, очевидно, вот те, кто, так сказать, примут участие в этих упражнениях внутренних, могут уже думать о вот этой 7-й ступени, когда Бог почил на трудов своих. Спасибо. Thank you.
ascensiones in corde suo disposuit in valle lacrimarum in loco quem posuit.
Thank you.
Oh,
Degradibus ascensionis.
Thank you.